Привет, привет. Появились у меня определенные планы, и по этой причине я собрал почти все свои ножи в одном месте. И тут копался в этой куче и сделал одно такое интересное наблюдение. Вот тут ножны от двух разных ножей, покупались которые в разные годы. Ну, разница, наверное, в год. Да, ну, можем посмотреть ножны, как вот, насколько вот эти вот одинаковые хлястики, да, вот по размеру можно посмотреть, да, прям один в один. А, вот эти вот скобы, заклепки, нитки. Наверное, будет видно прям один в один, почти ничего не меняется. Из года в год. Вот, видно, как проклепано все. Да, вот как вот. Вот, видите, вот этот. При приклепании остается вот эта вмятинка. Ну, в общем, вот хлястики одинаковые. Ну, о чем это говорит? А, что, ну, чтутся традиции. А, видимо, процесс налажен. А, ножны. Ну, видно, какая-то есть определенная форма. Вот это с свободным подвесом. Все удобно. Проверено годами. А, людям нравится. Вот. А, единственный момент. Да, вот. Вот ножны видно, как все обработано. Ну и шов там виден. Красота. Вот. Есть только один момент, на который можно обратить внимание. Вот это вот у нас производитель. Русский Булат. А вот это у нас мастерская товарища Жбанова. Вот в части ножен я, наверное, в отношении ряда производителей для себя вопрос снял. То, что явно кто-то занимается на стороне, удовлетворяя нужды вот конкретно вот этих двух производителей. Но дальше можно, наверное, тоже порыться там и, может быть, и еще какие-то особенности и нюансы всплывут. Возможно, для кого-то это секрет Полишинеля, и для меня было такое небольшое, такое предновогоднее открытие. В общем, всем привет!